Так сегодня выглядит будущий детский сад. Идет формирование железобетонного каркаса с постепенной укладкой перекрытий и выходом на второй этаж. Глава города интересуется техническими деталями, а также тем, какую помощь можно оказать, чтобы строительство шло по графику. Вот мы активизировались на этом садике, еще готовим о площадке по строительству садиков, заканчиваем лазурный строить садик. Меня интересует самое главное, это движетесь ли вы в графике. Как отметил Юрий Поляков, работы еще предстоит много, но контуры уже видны. Садик будет рассчитан на 80 мест. Самое главное то, что он не изменит прописки и будет находиться в самом центре города. Юлия Сафронова – представитель заказчика Управления образования города-курорта. Она руководит детским садом номер 2, учреждением, которое получит на баланс новый имущественный комплекс. Училась в анапском филиале Московского педуниверситета, работала старшим воспитателем и методистом. Теперь следит за ходом строительства в статусе заведующей. Детский сад будет хороший, удобный, комфортный. Группы большие, солнечные будут группы. У нас уже разрабатываются сметы, дизайны групп наших. Они будут все уникальны по дизайну. И в каждой группе дети будут себя чувствовать, как у себя дома. По плану завершить строительство здания планируется до конца текущего года. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.